сказали новую диету. Виноградную. Можно есть сколько хочешь, но только виноград. Вроде бы в нем все есть. Диамант послал эти фотографии своим бывшим сотрудникам. К счастью, они узнали тебя и сообщили мне. Иначе был бы полный провал. Ты с ней спишь? Я спрашиваю, ты с ней спишь? Да. Ты же сам просил все разнюхать. Я не просил тебя. Нюхать у нее между ног. А как еще я мог с ней сблизиться? И понять, чем она дышит? Я тебе тысячу раз объяснял, что мы не имеем права в этой истории ни на малейшую ошибку. Понимаешь, чем это чревато? Это не ошибка. Стадо этих дураков не может ее защитить. Она новичок. Надо было узнать, как она. Другого. Бориса у нас нет. Стало быть, все идет по плану? Да. Все идет по плану. Ты был на грани провала. Главный результат.